Время новостей на канале «Абаза», в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За любовь и верность. В преддверии Дня семьи, любви и верности несколько семейных пар Абхазии наградили медалями. В чем секрет хорошего сыра? Женщины-фермеры поделились некоторыми секретами на ярмарке дегустации, где представили новые для Абхазии сорта сыра. Президент Аслан Бжани принял министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черемина. У нас амбициозные планы довести в обозримом будущем экономический потенциал Сухума до потенциала Москвы, сказал Бжани. О планах по развитию отношений между предпринимателями и инвестициях в туристическую отрасль рассказал, в свою очередь, Сергей Черемин. Мы планируем подписать программу сотрудничества с мэрией Сухума. Москва будет помогать Сухуму в обеспечении безопасности на дорогах. Налажено отношение между рядом школ Москвы и Сухума. Существует уникальная платформа «Московская электронная школа». Мы хотим показать наши успехи в области цифровизации и пригласить наших коллег в Москву, отметил Черемин. Руководство Абхазии пытается создать благоприятные условия для ведения бизнеса в республике. Особое внимание уделяется работе правоохранительных органов. Закон и порядок – это одно из важнейших условий для развития бизнеса и активизации делового взаимодействия, сказал Аслан Бжани. В завершении встречи глава государства поблагодарил Сергея Черемина за подарок в день города Сухум. Концерт звезд российской эстрады 7 июля на набережной Мухаджиров – это подарок городу от правительства Москвы. Развитие межпарламентского диалога в полной мере отвечает национальным интересам Абхазии и России. Об этом, в частности, говорится в поздравительном адресе председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко спикеру Народного собрания Абхазии Лаше Ашуба в связи с Международным днем парламентаризма. Необходимо и впредь поддерживать высокий уровень сотрудничества с Народным собранием, парламентом Республики Абхазии, сближая тем самым позиции по многим актуальным двусторонним и международным вопросам и способствуя решению первостепенных задач, которые стоят перед Россией и Абхазией, отмечается в поздравлении. Смысл всей национальной освободительной борьбы нашего народа за право нации на самоопределение теряется в случае, если парламент примет закон об апартаментах и апарт-отелях. Это не вопрос политической борьбы, это угроза национальной безопасности страны. Об этом говорится в письме ветеранской организации ООРО на имя председателя комитета по государственной правовой политике Народного собрания Абхазии Даута Хутаба. Абхазы – государство, образующий народ и носитель государственного суверенитета республики. Любое нарушение баланса национального состава ведет к непоправимым последствиям. В нашей истории уже были примеры переселения представителей других национальностей. Это привело к трагическим событиям, отмечается в письме. ООРО предлагает рассмотреть вопросы реформирования государственного управления. Обращаясь к депутатам парламента, автор письма подчеркивает, что народные избранники несут ответственность перед историей и памятью тех, кто сражался и боролся за независимость Абсны. В продолжении темы 10 июля Комитет парламента по государственно-правовой политике проведет расширенное заседание по вопросам рассмотрения законопроектов об апартаментах. Широкий круг вопросов, связанный с состоянием изучения абхазского языка, комплекс проблем жителей Галского района, а также законопроект об апартаментах, обсудили в Общественной палате с участием президента Аслана Бжани. Видеоверсию встречи смотрите в нашем эфире в 21:00. В эти дни, 30 лет назад, июльская наступательная операция абхазских войск развивалась на всех фронтах и стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии. На Абаза ТВ продолжается трансляция цикла документальных авторских фильмов военного корреспондента Тали Джапуа «Айбыш Раймшинца». Очередной третий фильм из цикла смотрите на Абаза ТВ 7 июля. Четвертый фильм из этого цикла смотрите 9 июля в вечернем эфире Абаза ТВ. Всего в цикле более 10 фильмов. We'll be right back.
хуба згешепшин вижаха шокса, ашиж, вазабапи аблендажах нахаху. Ягум дзакой илэйвой таква. Яха цугуровка хайзышто абыдзаху гаей тахаласке, камана хакуит дураза ажула реялагаз ишира фонпе батальонге, русско яхаге ярвадайвой тарияква. Мамам зия урт харзым хуцарцакхаб, хазыр чаша акалхуцвой. Поближе к рукам, вот так лучше, чтобы я доставала. Таргесик пойдет, Таргесик тошнит, говорят. Да, не знаю. Ой, ну буквы находят у музыка. И ну вот, сыпсы, что там ставца могу бы. Сыпсы, вообще. Иголки. Объяма, да, музыка, писать. Только хороший гроб не делайте. Как их солдатов хоронили, с хаты я сахай. Не надо, платят сымбей, я в шататься не хочу. Форма еще сырым тари. Мам, да и джане фигу. Форма еще. Ботинки сверху. Ботинку кумашу джакрем спаши. Новый не надо. Скверу, где расположен памятник жертвам политических репрессий, присвоено имя Сарии Лакоба, супруги государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба. Сария проявила стойкость и несгибаемую волю в тюрьме НКВД, когда ее принуждали опорочить имя супруга, объявленного врагом народа. Такое решение было принято на заседании Сухумского городского собрания. Депутаты приняли решение об увековечении памяти погибших в мартовской наступательной операции 1992 года, а также Платона Бебия, Тамары Тарба Кугони. Решениями городского собрания мемориальные доски будут установлены на доме номер 7 по улице Джона, в котором проживал народный поэт Абхазии Платон Бебия. На доме номер 124 по проспекту Аяра, где проживал заслуженный учитель Абхазии, министр образования – с 1972 по 1992 год Тамара Ивановна Тарба Кугони. Также мемориальная доска будет установлена в микрорайоне массив Гумиста в память о погибших в мартовской наступательной операции 1993 года. В здании российского посольства в Абхазии состоялась торжественная церемония награждения четырех семейных пар медалью за любовь и верность в преддверии Дня семьи, любви и верности. Медаль за любовь и верность является общественной наградой, учрежденной указом президента Российской Федерации в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Подробнее расскажет Элеонора Гилоян. Всероссийский день семьи, любви и верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Его проведение приурочено ко дню поминовения православных покровителей семьи Петра и Февронии, которые пронесли супружескую любовь и верность сквозь множество испытаний. За свое благочестие и милосердие Петр и Феврония были причислены к лику святых. Этот праздник, я имею в виду праздник День семьи, любви и верности, достаточно такой, с одной стороны, душевный, с другой стороны, чистый, а с третьей стороны, это в какой-то степени интимный праздник, потому что он касается прежде всего тех людей, которые прожили свою жизнь и живут свою жизнь достаточно долго вместе, и это очень важно. Это, мне кажется, особенно важно здесь, в Абхазии, так как, по моему мнению, как бы это та страна, которая на сегодняшний момент сохраняет все те ценности нравственные, которые есть у людей, и сохраняет их в семье. 57 лет супружеской жизни отметили Константин Думава и Ирина Вардания. Семья ученого и педагога пользуется большим уважением и заслуженным авторитетом в республике. Геворг и Варсеник Горонян из Гагры вместе 48 лет. Всю свою жизнь супруги посвятили сельскому хозяйству, быту, семье. Получая памятную медаль, Геворг Горонян поделился историей своей семьи. Мой дедушка, он родился в Гаграх, ну, в районе Гагрском, и был председателем колхоза, когда началась война. А моему папе 18 лет не было, 17 лет он... Ну, никому не сказал, убежал на фронт. Дедушка 2 года бомбардировал вышестоящий военкомат, райкомы
чтобы сын воюет, а он в колхозе, короче, добился. Добился, воевали на Сталинградском фронте рядом, друг друга не видели. Потом папа получил ранение, в госпиталь попал. Дедушка в районе Чернигова за форсирование Днепра был награжден Героем Советского Союза. Рядом воевали, рядом, не видели друг друга. И после 9 мая в Берлине они встретились. Потом папа работал 55 лет в одной школе, в армянской школе Цандрипши. Ну, дедушка тоже старожил, 93 года прожил. Ну, в общем, я тоже стараюсь вот так, 50 лет скоро. Эйдис, Константин и Наталья вместе 32 года. Семья всю жизнь живет и работает в Гулрыбском районе. Согласно положению, медалью награждаются граждане России и граждане иностранных государств, супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. А у нас, у абхазов, семья-то прежде всего семейный очаг. Мы много внимания уделяли, когда наследник рождался, дома стреляли, значит, всякими пистолетами, ружьями, потому что наследник появился в очаге. Вот, дай Бог, чтобы, значит, силами вашего всего этого, чтобы в каждой семье много-много, чтобы наследников рождались мы. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, религиозные и общественные деятели, разные поколения семей награждаемых. Элеонора Гилоян, Инала Гухава, Абаза ТВ. За первое полугодие 2023 года таможенными органами начислено 1 миллиард 506 миллионов рублей таможенных платежей, что больше планового показателя на 195,5 миллиона рублей. Исполнение плана наблюдается практически по всем видам таможенных платежей, за исключением акцизного налога. Сумма штрафов, поступивших в бюджет по линии ГТК, составила 2,7 миллиона рублей, сообщает Абснепресс. Таможенные органы в первом полугодии 2023 года выявили 127 административных правонарушений. В качестве непосредственных объектов нарушений таможенных правил выступали следующие товары: продукты питания, цветы в срезе, парфюмерной и косметической продукции, сувенирной продукции, ювелирные изделия, комплектующие к оборудованию для майнинга и другие. РУП «Абхазская железная дорога» проводит частичное восстановление, уборку и благоустройство вокзалов и железнодорожных платформ. В настоящее время ведутся работы по замене крыши Гудаутского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба ЖД. Уже приступили к демонтажу старых прогнивших стропил крыши, которые пришли в негодность. Кровля будет сделана из оцинкованных листов с замковой системой, что позволит воссоздать схему покрытия кровли, которая была в прошлом. Там также будет проведен ремонт фасада, отмечается в сообщении. На станции Гагрыпш будет произведен капитальный ремонт крыши. Станцию убрали и очистили от растительности. Работы начались и на пассажирской платформе Абата. Там будет уложена брусчатка, отремонтированы балюстрады и проведено освещение. На железнодорожном вокзале Сухум завершено благоустройство территории. Также бригады начали расчищать и железнодорожные эстакады. Оперативная информация МВД Абхазии. 2,5 тонн суррогатного алкоголя изъяли в результате рейда в Гагрском районе. Также МВД сообщает, что незаконно ввезенный в республику наркотик в особо крупном размере изъяли сотрудники внутренних дел. В
ходе профилактических мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии выявлено и изъято более 2,5 тонн несертифицированного алкоголя. Проверка розничных торговых объектов была произведена в поселке Цандривши в селе Лохадзе. Несоответствующая государственным стандартам алкогольная продукция кустарного производства подлежит изъятию. Спиртные напитки не соответствуют установленным нормам качества, опасны для здоровья, подлежат уничтожению. Реализация суррогатных алкогольных напитков будет системно пресекаться правоохранительными органами. Незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства метадон в особо крупном размере вменяется жителю города Гагра Олейникову Алексею Анатольевичу 1974 года рождения. Последний задержан в поселке Цандрипш Гагрского района после прохождения зоны таможенного контроля КПП ПСО в результате реализации оперативной информации сотрудниками группы уголовного розыска линейного отдела милиции на ЖД станции Гагра линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия. Гражданин Олейников хранил в себе 2 заизолированных свертка с сильно действующим наркотиком весом порядка 3 грамм, что установлено экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия. Да, гражданин задержанный, данные 2 свертка принадлежат вам? Да. Где и когда вы их приобрели? Я приобрел в России. Что находится в данных свертках? Метадон. Вы используете данные свертки? Метадон. Наркотическое вещество метадон. Да. Правильно? Да. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 223 и пункту Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики, проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия. Новую пожарно-спасательную станцию запустили в Цандрипше. Одноэтажное здание рассчитано на 12 человек. В нем есть 2 бокса для спецтехники с комнатой отдыха, санузлом, столовой, учебным классом, кабинетами начальников, караула и части, диспетчерский склад. Об этом рассказал спутник, начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Пуганба. Строительство на улице Лакоба началось в конце 2022 года. Стоимость проекта около 15 миллионов рублей. По количеству поступающих коммерческих предложений в адрес торгово-промышленной палаты Абхазии за последнее время виден существенный рост интереса российского бизнеса к сотрудничеству с абхазскими компаниями. Об этом сказал президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава на встрече с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым. Платонов прибыл в Абхазию в составе официальной делегации правительства Москвы. Стороны обсудили экспортные отношения и направления взаимодействия, отметив важность активизации сотрудничества совместными усилиями. Владимир Платонов выразил готовность и желание усилить совместную работу на благо поддержки предпринимательского сообщества обеих стран. В рамках подписанного соглашения между ТПП Абхазии и Российской ассоциацией экспертов ритейла в ТПП прошли 2-недельные образовательные курсы-тренинги для абхазских предпринимателей и членов палаты. В программе тренингов были затронуты такие важные темы, как управление персоналом, маркетинг, стратегия продаж, потребители, покупатели, а также поиск клиентов. Олег Огварами поздравил Вадима Тадеева с переизбранием на должность ректора Юго-Осетинского государственного университета. Переизбрание Вадима Тадеева является подтверждением его авторитета как руководителя, признанием больших заслуг перед своим коллективом и народом всей Южной Осетии, отмечается в поздравлении ректора АГУ. Олег Огварами выразил уверенность в том, что традиции многолетнего сотрудничества АГУ и Юго-Осетинского государственного университета впредь будут продолжены, достигнутые ранее договоренности и заявленные идеи будут воплощены в жизнь, а братские связи укрепляться и развиваться. Фермерский козий сыр теперь будет постоянно продаваться в магазине «Ацибра». Одна из участниц проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» заключила соответствующий договор с магазином фермерских продуктов. Подписание состоялось в ходе ярмарки дегустации, в которой приняли участие женщины-фермеры. Новые сорта сыра они научились производить при поддержке Абхазского офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и организации ООН «Женщины». Подробнее об этом Надежда Боровикова.
Проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», который в Абхазии реализует продовольственная сельскохозяйственная организация ООН совместно с ООН «Женщины», стартовал в 2020 году. За это время 350 женщин-фермеров получили современное оборудование для сыроварения и научились готовить новые сорта сыра. Одна из них, Лариса Ласурия, привезла часть своей продукции на дегустацию в магазин фермерских продуктов от Сыбра. Сегодня привезла я этот, как его, халуми сыр, и еще молочный сыр и брынза. Мы научились делать брынзу, делаем с удовольствием, очень хорошо выходит, получается. Научили нас эти ребята, приезжали, у нас оборудование, все у нас готово. Другие сыры тоже делаем, качета делаем, делаем еще кашкавал. Сегодня, правда, я не успела, не взяла, но эти сыры очень хорошо берут, нравятся людям. А раньше мы не знали, кроме сулугуни и первого сыра, мы не знали, что другие сыры делаются у нас в Абхазии. Оказывается, можно делать все. В рамках ярмарки дегустации состоялось подписание договора между директором магазина от Сыбра Станде Ласурия и участницей проекта ФАО Натальей Шевцовой, которая производит сыр из козьего молока. Мы работаем уже около 5 лет. Наш магазин изначально, он так и позиционировался, как магазин фермерской продукции. Но, к сожалению, как выяснилось, самым сложным этапом стало находить ту самую продукцию. И мы очень рады, что вот есть такая организация, которая помогает нашим местным фермерам, то есть выходить на наш рынок. И вот сегодня мы очень рады, что мы будем подписывать договор именно вот с ребятами. Они как раз-таки производят продукцию из козьего молока. Мы уже работаем с ними какое-то время, и вот сейчас мы уже официально будем их представителями. То есть мы очень рады этому сотрудничеству и рады тому, что постепенно уже как бы становится модным полезное питание. И наконец-то крестьянский труд будет, он оценен по достоинству. У Натальи Шевцовой небольшое хозяйство в селе Эстонка. В проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» она попала недавно. Ее обучение еще продолжается. Тем не менее, небольшие объемы продукции она уже сейчас готова поставлять в Ацибру на постоянной основе. Для меня это новое. Сырами я занимаюсь не так давно. Даже, наверное, еще нет пока полугода. Вот, поэтому пока что мы делаем только молодые сыры. Это местные всеми любимые сулугун на козьем молоке, брынзы, адыгейские, рикотты. Все, рулеты экспериментируем со специями. И вот не так давно у нас были обучения по качете и халуми, но мы пока еще не успели их сделать, так как у нас вот-вот на этой неделе только не прошли, то есть там есть свои сроки возревания. Но в дальнейшем будем дальше обучаться у ФАО и делать другие доступные сыры. Секрет хорошего сыра – качественное молоко, уверен руководитель абхазского офиса ФАО Владимир Кокарев. Все женщины-фермеры в рамках проекта проходят тренинги и мастер-классы по правильному уходу за своими животными, по контролю качества и хранению молока. Кроме того, ФАО помогает участницам проекта найти своего покупателя. Наконец, то, что мы обещали, что мы сделаем в Абхазии, вот сегодня можете не только осмотреть, а и попробовать. Так что у нас сегодня наши фермеры участвуют на нашей дегустации сыров. Здесь в этом магазин, который тоже не только можете попробовать, а завтра можете купить. Самое главное – это качество молока. Да, мы всегда говорим хороший сыр, хорошее вино. Но от чего он сделан? Если натурально. У нас все натурально. Натуральное молоко от козья, или коровье, или бивола. Так что все наши фермеры делают свое молоко, которое они ухаживают за фермой, смотрят, дуют, все там чисто, аккуратно, и все это натурально. В рамках проекта «Женщины-фермеры» учатся производить более выдержанные сыры. Эти рецептуры более трудоемкие, занимают больше времени, но от этого повышается как качество сыра, так и его польза для здоровья. Попробовала 3 вида, правда, не знаю, что попробовала, просто вот наугад взяла 3 вида, мне очень понравилось, и это вообще замечательно, что у нас в Абхазии появилось такое разнообразие сыров, потому что обычно это у нас сулугуни, либо первый сыр, либо копченый. Вот, а теперь есть такой большой выбор, и это очень хорошо, что именно выдержанные сыры тоже появились, потому что для людей, у которых есть проблемы с переносимостью молочных продуктов, на такие выдержанные сыры они будут меньше реагировать со стороны желудочно-кишечного тракта, просто я в восторге. Дегустация сыров местного производства стала промежуточным результатом достижений женщин-фермеров. Они получили много положительных отзывов и потенциальных постоянных покупателей. Надежда Боровикова, Саита Гухава, Абаза ТВ.
Литературная экскурсия по местам, связанным с писателем Фазилем Искандером, состоялась в Сухуми. Участники экскурсии – филологи из Абхазии и Тамбова. Посетили дом, в котором жил писатель, школу, в которой он учился, места, о которых писал в своих произведениях, детский сад, у выхода из которого была знаменитая лавка восточных сладостей дяди Алихана, грушевое дерево, которое уже не дает плоды, но рядом с которым подрастает новое дерево. Профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тамбовского госуниверситета Наталья Сорокина отметила хорошую организованность и насыщенность программы. Экскурсию проводила преподаватель кафедры русского языка и литературы АГУ Елена Кубахи. Читать Фазиля очень важно. Он сам говорил, что главная цель искусства – хороший человек. Его книги делают человека хорошим, правильный настрой, чувство справедливости, чести, достоинства. Это те категории, о которых он пишет, сказала она. Об этом сообщает «Спутник Абхазии». В завершении выпуска прогноз погоды. Выходные дни 8 и 9 июля Абхазия окажется под влиянием циклона с юга. Ожидается переменная облачность, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый, умеренный 2,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, днем 23-28, температура морской воды плюс 25. Относительная влажность воздуха 80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. Всего доброго и хороших выходных.